Много кто ждал, много кто хотел, много кто просил. Добро пожаловать, ребятки! Сегодня у нас будет очень интересная игрушка под названием Scary Teacher. Страшная либо злая училка. Ну и в принципе, смотри, мы сюда с тех пор столько много времени возвращаемся, и у нас тут вышло позавчера грандиозное обновление. В принципе, давайте я вам сейчас все покажу и расскажу. Короче, смотри, раньше было тут только три главы, ну и вот это Валентин специальный тоже был, как бы. И смотри, тут вышла четвертая глава. Я просто в шоке. Я просто в шоке. Тут смотри, какая у нас училка стоит, такая в фиолетовом платье. И, в принципе, она такая король-королевишна, тут у нее корона на башке. И, в принципе, погнали, посмотрим, что у нас там. В принципе, смотри, начнем мы с первого уровня, короче, бутылка шампанского она называется, ну и перед этим мы покрутим рулетку, если что, я играю главной новой героиней под названием Тани, ну и в принципе, погнали, нажимаем спин, и что нам выпадет, давай-ка, может 200 монет, я надеюсь, хотя это редко вообще может быть. Да, блин, неужели какой-то пирог? О, ну хоть 20 монет. Ну, смотри, мы были почти близко к победе, прям почти 200 монет выбили. Так, окей, значит, четвертая глава и уровень бутылка шампанского. Окей, нам тут пишут, значит, Мисти решила, то есть это злая училка, решила устроить какой-то праздник, там все дела, в принципе, погнали, посмотрим. Так... Ага, значит, короче, опять у училки свидание, она принесла шампанское, бутылку сока, ну, короче, накрывает стол, так, а это еще что? Это еще что, танцы, что ли, мести? Ладно, давай используем. Или что это? Что за пузырек? А, это как бы над ним можно вот так поиздеваться, ну, прикольно. Окей, хорошо, значит, училка там чихает, это, можно сказать, такой отвлекающий маневр крут. А, я тебя понял, это отвлекающий маневр. Окей, погнали проходить, значит, тут я вижу, как ничего не изменилось, только я вот не помню вот этой крыши. Но, в принципе, блин, она около почти около минуты там чихала, кстати, хороший отвлекающий маневр. Окей, будем знать, окей, погнали наверх. И, в принципе, это что? Это что? Да ты чё? Детскую комнату решили сделать из нее какой-то зал? Качалку? Господи. Училка, ты чё, охренела тут? Так, это шкафчик мы не можем открывать. Боксерская груша. Ни хрена у тебя тут штанги. По 15, по 20 килограмм. Ё-моё, ну ты... Походу, она готовится к какому-то крутому параду мисс красоты. Окей, будем собирать, в принципе, звездочки. Сейчас посмотрим, что нам надо использовать. Так, значит, мисти готовится к празднику. Хорошо. Ну, нам тут подсказку дают, но это нам ничем не поможет. Так, окей, давай пользуем. Значит, ты должен открыть бутылку. Хорошо, хорошо. Нам, значит, надо открыть бутылку. Окей, погнали искать, погнали искать. Кстати, тут тоже главную героиню изменили. Раньше, когда мы ходили, то у нас была рука, как бы в правом углу была рука, мы видели руку главной героини. Сейчас все чистый экран, и только мы можем, да мы даже ноги не видим. А, ну вот так мы видим, когда прыгаем. Окей. Это даже не важно, главное нам сейчас сообразить, что делать, и, в принципе, я попробую еще раз добыть звезд. Так, ребятки, значит, пока я искал звезды, я нашел тут штопор для открывания бутылок и всяких спиртных напитков. Я всю кухню почти перерыл, я вот только сейчас нашел штопор, училка, слава богу, на втором этаже танцует. Себе. И, значит, что нам надо? Что нам надо? Что нам надо еще использовать? Так, значит, используй открывание, ну, открывашку для бутылок.
Окей, я открыть пока не могу. Хорошо. Значит, нам еще нужны какие-то вещи тут, чтобы взломать эту бутылку. И, в принципе, мы училку можем отвлекать всякими зельками. И если они работают, конечно, еще. И, в принципе, можно так убежать от нее. Вот эти зельки, это, конечно, прям вообще спасение. Так, смотри, будем пользоваться, значит, наш старый метод вот этой рулетки. То есть, смотри, нам тут предлагают найти ментос, скотч, ножницы, ломик, молоток. Ну, энергетики предлагают также. Окей, значит, нам надо найти ментос. Он где-то, значит, в доме, где-то лежит тут. Окей, будем сейчас искать. Так, что у нас по подсказкам вообще? Так, открой, наконец-то, эту чертову бутылку, опять нам говорят. Ну, подожди, я еще хочу. Где еще где еще подсказки? Блин, только за три... Ну, это нечестно. Так, окей, я нашел скотч. Да, это скотч. Окей, хорошо, я думаю, он нам пригодится. Хотя это не факт, но, возможно, он пригодится для чего-то. Ну, в принципе, я уже догадываюсь, для чего нам нужен ментос, скорее всего. Что он? Так, ножницы, давай-ка захватим. Так, нам нужны еще вторые ножницы. Так, банку энергетика я пить не буду пока что, потому что у меня еще пока не кончается наша энергия. И, в принципе, училка, я так понимаю, сейчас через кухню сюда поднимется. Давай-ка валить постепенно. О, да неужели? Да неужели? Тут реально есть ментос? Смотри, я ментос держу в руках. Вот это круто. Охренеть, значит, все-таки он тут был. Короче, ребятки, у меня ушло почти 3 минуты на это все, я весь дом отбегал, слава богу, училка пока гуляет на там террасах, на около бассейна, и, в принципе, смотри, я реально нашел ментос. Значит, нам надо попробовать бутылку шампанского это все запихнуть. Так, 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 ребятки, у меня скоро сядет энергия, и я надеюсь, что мы сейчас допрем, в принципе, до этого всего дела, потому что училка что-то там решила опять выйти на террасы, и это очень уже опасно. Реально, энергия сейчас скоро сядет. Так, давай-ка действовать. Так, вот это мне уже нравится. Подожди, а это тебе надо? О, да, это все-таки все нужно. Так, подожди. Стоп, не смей. И училка, не смей сюда идти. Я тебя умоляю, прошу. Так, давай. Пробка. Подожди, ментос. Она сюда решила идти, блин. Прошу, прошу. Так, пробку. Пробку. Так, все. Да неужели? Так, у нас время партии, она говорит. Так, давай, давай валить. Стрим, у меня энергия вообще почти закончилась. Капец, просто капец. Так, давай, давай, давай. И все, вроде сейчас должно получиться, что-то должно случиться, либо взорваться шампанское. Так, окей, давай, в принципе, ждать. Ждать училку. Так вот это где машина с детской комнаты, только мы ее не можем активизировать, то есть она не больше не катается, эта машина, жалко. Ну, ладно, окей. Звездочка. Можно пока ящики пооткрывать, пока тут училка ходит. Че у нас тут вообще? Да неужели ничего, даже банку энергетика не оставили в подвале? Да вы что? Ну как так можно, блин, жалко. Так, что же ждет нас, что же ждет? Ага. Так, о, опять этот мужик. Окей, у меня есть для тебя бутылка шампанского, давай. Смотри, какой фонтан устроили. Прям как с Кока-Колой. И, в принципе, ребятки, мы проходим этот левел. Кстати, тут баг с музыкой произошел. Вы можете слышать, что музыка победы играет и музыка как бы училки. Прикольно. Окей. Так, ребятки, я, значит, прошел первый уровень 4 главы. В принципе, в следующих сериях мы будем продолжать проходить вот следующий уровень этой главы 4. Ну и, в принципе, на этом пока закончим. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.